Всем привет, дорогие мои друзья! С вами, как всегда, Ли Супер Дизет, и мы начинаем нашу довольно-таки хорошую трансляцию по FIFA 17, где мы продолжаем карьеру за ЦСКА. У нас, по-моему, были заключительные матчи в заключительные матчи, которые сейчас будут вообще заключительными, но нам еще нужно, но нам еще предстоит подготовка к Лиге Чемпионов, к финалу, где мы сразимся с одним из клубов. Вы уже помните, в нашем предыдущем стриме по карьере за ЦСКА у нас был в полуфинале с Мюнхенской Баварией, и дальше уже будет финал на нейтральном поле. Всем привет. Так, ну что же, дорогие мои друзья, мы начинаем нашу сегодняшнюю программу. Рад приветствовать всех зрителей, включая модераторов. Мы на паузу поставим. Так, русский язык. Прибавим чуть громкости. EA Sport. Вообще, я на стримах по экшенам, вроде Rainbow Six Siege, выключаю вообще на ноль громкость, чтобы ничего не слышно было. В итоге стрим выходит на определенную... скажем так, громкость. Ну, вообще я хочу сказать, что на стримах по Rainbow Six Siege я вообще в ноль убираю громкость телевизора, общий итоговый файл стрима выходит со звуком стрима, с выстрелами и всякими такими штуками. Итак, Роберто Фирмино в команде недели, вы уже, наверное, знаете эту историю. Итак, нам предстоит матч с довольно-таки с командой, которая претендует на... Извините. С командой, которая претендует на место в Лиге Чемпионов. Обратите внимание, вот первые 5 мест, в котором 5 клубов борются за Лигу Чемпионов, Лигу Европы. Напомню вам позиции, по которым вы должны сейчас видеть. ЦСКА Москва набирает 75 очков, Краснодар 62 очка, 58 у Рубина, 56 у Ростова. На 1 очко они опережают Зенит, 55 очков у Зенита, 43 у команды да, что-то совсем 43 у команды
43 у Анжи, 40 у Локомотива, 38 у Спартака, 27 у Уфы, 25 у Терека, 24 очка у Урала, Тульского Арсенала, Крыльев Советов, 23 у Амкара, 22 у Томской Томи и 18 у футбольного клуба Оренбург. Это позиции по командам, а теперь по бомбардирам. 20 мячей у Еременко, 14 у Шатова, 13 у Девича, 12 у Смолова, 9 у Троуре, 9 у Апаева, 9 у Гасилина. А, 8 у Джонатаса, 8 у Поза, 8 у Промеса, 8 у Джаховича, 8 у Азмуна, 7 у Тошича, Фернандеса, Попова, Баттеля и Бичилио. Тоже Торье. У Карадениза 6 мячей, также 6 у Були, Боу, Жоузиньо, Кротова, Симона и 5 у Александра Самедова. Так, это нам не нужно. Так, по голевым пасам у нас 13 у Еременко, 10 у Дзагоева, 8 у Девича и Азмуна, 7 у Шатова и Гасилина, 6 у Фернандеса, по 5 у Рязанцева, Ирокина и Емельянова, 4 у Гацканова, Михалика, Маурисио, Засеева, Болтроре, Балай, Бакугу, Пос, Жоузиньо, Промеса, Кротова, Газинского, Афонина и 3 у Тошича. По победам в сухую 15-я победа у Акинфеева, 13-я у Ладыгина, 12-я победа в сухую у Сослана Джанаева, 7 у Крицука, 6 у Рыжикова, 6 у Реброва, 5 у Лории, 5 у Заболотного, 5 у Маркезина, 4 у Белинова, 4 у Гадзюра, 4 у Фельцова, 4 также у Лунева, 3 у Юрченко, 3 у Абакумова, 3 у Селихова, 2 у Абаева, 2 у Дилермы, 2 у Чепчугова, 2 у Кущенкова, 2 у Городова, 1 у Тержакова, 1 у Синицына и 1 у Шелли. 24 позиции у нас таким образом уже имеются. Слушайте, что-то реально у меня... Мне с кодировщиком просто какая-то беда. Так, по желтым карточкам у нас Вермлум лидирует, Камбаров лидирует по 7 желтых карточек у них, 6 желтых карточек у Голой Тигиева, 5 у Дропы, 4 у Наваса, Ершова, Кузьмина, Фернандеса, Рабио, Нобо, Фернандеса, Марио, Померко, Кулакова, Мильковича, Аваля, Пулича и все. 3 Рудольфу, Смирнова, Черенчикова, Гацкана, Фидлера, Таши, Чорлоти и Эмвири. Теперь по красным карточкам у нас будет очень хорошая информация. Очень интересная. По красным карточкам у нас Гарсия, Маурисио, 2 красные карточки. 2 лидера у нас. По двум красным карточкам Данцев, Смирнов, Аликин, Черенчиков, Файзулин, Шишкин, Ещенко, Санчес, Жулиано, Садаев, Рачина, Макеев, Пиджинович, Померко, Башкиров, Аугуды, Кулаков, Перера, Дропа, Малых и Панков по одной красной карточке. Итак, соответственно, что, мы начинаем нашу игру. Извините, ребята. Что такое кашель? Извиняюсь, что такой кашель, но это, по сути, терпимо. Итак, ЦСКА Краснодар на арене ЦСКА. Рубин Ростов, вот следующий
новости о голах. Судья Алексей Бараховский вот выйдет сейчас на самом деле резерв, потому что резервисты могут сыграть. Намного лучше. Фернандес. Айнашевич я бы поставил. Березовский Алексей, по-моему, мало сил. Ну ничего, проверим. Короче, как сыграет. В общем, проверим, как сыграет. Другая схема. 3-4-2-1. Как сыграет эта схема, вот сейчас мы в этом убедимся. Левозащитников. Левозащитников я особо не вижу. Игнашевич. Если он будет уставшим, то он будет, наверное, травмированным. Березуцкий возьмет. Будет брать вот эту. Вот эту, кстати, оборону. Так вот. Березуцкий. Братья Березуцкий. Марио Фернандес. Кабаяшо, Ниши, Ромеро, Симон, Лавада, Гаслин, Щенников. Тимур Жамалетдинов с травмой. С травмой также Александр Сауня. Так, амплуа давайте посмотрим. Пенальти давайте поставим. Гасилина. Дальний штрафной Симон. Штрафной справа, штрафной слева. Вот у кого сил удара больше. Схема 3-4-1. 3-2-4-1. 3-4-2-1, точнее. 3-4-2-1. Три защитника, четверо. В полузащите два. Закрывают опорную зону и... один нападающий. Итак, выходим на поле. Если этот состав не сыграет, можем придумать что-то другое. Итак, это мы пропускаем. И вот арена ЦСКА. ЦСКА Москва против футбольного клуба Краснодар. Прямо сейчас выходит команда на поле. Два лидера. Интересно, кто из них будет выигрывать. Если кто из них выиграет очередной тур ФПЛ. Щенников на ваших экранах. И вот лучшая защита. 11 пробочных мячей у ЦСКА, 22 у Рубина, 24 у Краснодара, 24 также у Зенита и у Ростова в топ-5. По лучшей защите, по пропущенным мячам. Ну и теперь можем перейти к составу ЦСКА. Акинфеев, Фернандес, братья Березуцкий, Щенников, Кабаяшо, Ниши, Ромеро, Гасин, Симон, Лавадо. Главный тренер Дэнджел Полк. Самое время перейти к составу команды. Перейти к составу команды Краснодар. Вот он на ваших экранах. Крицук, Семедо, Мартынович, Странберг, Калешин, Скобуре, Эбуэ, Кобуре, Эбуэ, Лаборде, Смолов, Жоузиньо, Ахмедов. Схема 4-3-3. У нас схема 4-3-4-2-1. Так что сыграет ли вот эта схема, посмотрим, как она будет влиять на эту игру. Судья Алексей Бараховский.
Начинает первый тайм ЦСКА. Тем более дождь это не помеха для этой команды. Ну, для обоих, конечно, команд. Щенников борется с Калешиным. Мозес Симон. Ониши. Первый удар Ониши по воротам. Первый удар японца. Калешин. Ахмедов. Мартынович. И что мы будем смотреть? Передачу назад. Семедо. Лаборде. Смолов. Решил переиграть Березуцкого, но вопрос, как ли он переиграет. Гасилин. Падает Гасилин, но это было не нарушение правил, это вынос мяча в аут. Вот это был уже удар в исполнении 27 номера. Это был Кабаяши. Корнер в пользу ЦСКА. И вот тащит Крицук. Высокорослый Березуцкий. Его обыгрывает Мартынович. Не удалось обыграть на ударе поворотом Жоузиньо. Кабаяши мчится к Жоузиньо. И вот Смолов. Лавадо не успевает. На скорости решил Жоузиньо провести эту атаку. И вот что происходит. У Ниши красавчик. Щенников. Гасилин, Симон. А это свисток для Ониши. Он получает по ходу желтую карточку. Желтая карточка означает многоточие и последнее предупреждение. Ладно. Штрафную пользу Краснодара. Навешиваю штрафную и... ЦСКА опережает. На опережение отыграли. ЦСКА на опережение отыграла эту задачу. Мозес Симон против Жоузиньо. Лучше развернуться, чем пробить. Удар Кабаяши. Почти как Камуй Кабаяши в F1. Щенников. Кабаяши. Гасилин. Симон. Лавадо. Лавадо бежит. И что, в дебюте Симону пришлось отметить передачу? Нет, Крицук взял свои ворота в неприкосновенности. Так, вот что мы имеем. Гасилин бил. И, похоже, контратаку идет команда Краснодар. Но быстро контратаки не получается, что, в принципе, свежести им не хватает. Было прекрасно, если бы они еще классно пропустили этот мяч. Ромеро. Все-таки защита есть защита. Вот Акинфеев, красавчик. Дальний вброс на Кабаяши. Гасилин. Ну и Крицук, по крайней мере, дает о себе знать.
своим сейвом. Итак, Лаборде выбросит мяч из аута. На Эбуэ. На Лаборде. Березуцкий. Кумаяши. Это Гасилин. Лавадо. Обыграл Лавадо Мартынович. Странберг. Обыграл Кабаяши в отборе. Ромеро. Лавадо. И вновь неточный удар у Лавадо. Много неточности сегодня у ЦСКА. Интересно, кто же займет, кто же примет удар первым. Свисток. Потому что пробьет свободный. Это был удар на удачу, конечно, но корнер в нашу пользу. Еще один корнер. Борьба за мяч. А вот это уже свисток в нашу сторону. Потому что пробьет свободный Краснодар. Фернандес. И вот Ахмедов. 37-я минута матча. 0-0. Жозиньо, Ахмедов. Буре. Щенников. Гасилин. И вновь Лавадо. Лавадо побежал. Ну и... Крицук просто тащит. По передачам 83% у ЦСКА. И вот неточная, неточная навесная передача. Прямо в аут. Крицуку и Странберг. Получил пас. И что мы будем смотреть передачи назад? Мартынович. Есть подозрение, что... Команда ЦСКА может забить. Но нет. Будет ли активность у команд до свистка на перерыв? Это мы с вами сейчас увидим. 44-я минута. Лавадо. Бежит Лавадо. И 4 минуты добавляет арбитр. Пора уже, надо забивать. И Крицук красавчик. Вбрасывает на Самедо. Попытался сыграть набережение в нише. Вот он уже попытался. И все, Пертайн заезжает со счетом 0-0. 1-0 Рубин выигрывает у Ростова в первом тайме. Поэтому мы продолжаем. 0-0. Каждый играет через силу и через боль. Это свисток для Гасилина. Кабуре пробьет свободный. Решил воспользоваться тем же приемом, что и Мазар Симон. Но правда в руке один крипа мяч полетел. Лавадо. Гасилин. У Ниши. И первый, и вновь неточный удар. Ромеро. У Ниши. Лавадо. Вновь у Ниши. Извините, ребят. Просто это кашель, просто не могу. Жозиньо.
Эбуэ. Смолов. Вот Марио Фернандес. Василий Березуцкий. Мозес Симон. Симон в итоге побежал. Калешин на бросе мяча из аута. Отдает. Вот сразу была, был перехват. Лавадо. О, ну это уже все. Это реально беспредел начинается. Смолов. Тот сейчас побежит. А вот будут проблемы сейчас у ЦСКА, потому что вот что мы сделаем. Сейф Акинфеева. Акинфеев берет сейф. И седьмой, и первый корнер в пользу команды Краснодар. И надо уйти в быструю контратаку. Контратака не состоится. Ромеро. Ай-яй-яй. Еще один сейф от Тимфеева. Жозиньо подает второй корнер в пользу Краснодара. И вот можно идти в быструю контратаку прямо сейчас. Нет, контратаки не получится. Молодого игрока из молодежного состава. 61-я минута. И пока 0-0. Кмаяши. Симон. Симон побежал. Кто же откинется на... Ого-го-го! 1-0! В любом случае, это прекрасно. 1-0, ребята! Это нужно видеть! Это нужно видеть, друзья мои. Вот таким вот подкатом. Удар в подкате, это просто низом. Вот Дэнджел Поп уже радуется. 1-0. Краснодар в любом случае повержен. 10 голов у Алексея Гасилина в РФПЛ. И мы продолжаем. Ахмедов. Калешин. Калешин. Кто сейчас забьет нам гол, забьет этой команде гол, то все уже просто команде не жить. Ахмедов. Еще один сейф от Кинфеева. Малавадо пас. И Симон не успел принять эту передачу, потому что отошел куда-то назад. Лабурде. Еще один сейф от Кинфеева. На этот раз лежа. Мартынович блистательно сыграл. Что ж поделать. Что бывает. Эбуэ. Симон. И сейв Акинфеева уже в очередной раз. Пора уже забивать второй, потому что вопрос о чемпионстве будет снят. И удар Лавадо. На сей раз он не точно. Странберг. Эл Абделауи. Бурен. Вот Гасилин встречает вот этим вот ненужной обводкой. И Лавадо. 2-0. 2-0 у игрока молодежного состава.
принципе, это прекрасно, когда забивают такие легендарные игроки. А еще прекраснее, когда забивают игроки молодежного состава. Это нужно видеть, дорогие друзья. 22 номер Лавадо и 2-0. Висента Лавадо. Первый гол в РФПЛ. Но окажется он на более таких последних позициях, где забивали игроки по одному мячу. Кабуре. Смолов. Ахмедов. И это не точный удар для Лабурде. Ниши бежит. Бежит у Ниши. 81 минута. И вот штрафной. Штрафной в пользу ЦСКА. И как раз желтую карточку получает Шарлес Кабуре. Итак. Что предпримем сейчас мы? Замена. Владимир Быстров на место Шарлеса Кабуре, потому что Шарлес Кабуре получил предупреждение и, может быть, бронзполе вот этой тактической замены. Вот здесь отловил Крицук. Не получил автогола. Здесь он отловил, конечно. Молодец. И неточный удар. Очень неточный удар. Никто даже не надеялся, однако удар отворот в пользу Акинфеева. Ахмедов. Жоузиньо. И вот. Можно, кстати, бросить мяч за аутоновы Ниши. Лавадо. И вот Ахмедов отбирает эту передачу. Калешин. Маяши. Вот Симон. Мозес Симон бежит. Гасилин бьет и не точно. Крицук. Калешин. Вот Марио Фернандес. Свежести, конечно, не хватает. В той другой команде. Элап Делауи бежит на Симона. Нужно еще. Буквально еще. Забивает. 4 минуты добавил Алексей Бараховский. Жоузиньо. Калешин. Прекрасно сыграно. Защите теперь нужно выносить. Во что бы то ни стало. Эбуэ. Но здесь свисток должен быть, потому что мы нарушили правила. Но свистка нет. Итак. 2-0. Краснодар повержен. И в итоге ЦСКА выигрывает очередную встречу РФПЛ. Этот состав сыграл более чем достойно. Продолжаем. Рубин выигрывает у Ростова с тем же самым счетом. Принято предложение контракта Карлса Странберга. Так, ну что же. Осталось еще буквально 2 дня до матча с Амкаром.
Остановилась симуляция дней. Итак, 29-й тур. 29-й тур. И мы играем с Амкаром, который занимает 14-е место. У Амкара 23 очка. У Томской Тайми 22 очка. У Крыльев Совета 24. У Уфы 27. 27 также у Арсенала и Урала. 28 у Терека. 41 очко у Спартака и Локомотива. 46 у Анжи. 56 у Ростова. 58 у Зенита. По 62 очка у Рубина и Краснодара. Делят они равное количество очков на момент 29-го тура. Краснодар играет с Крыльями Советов, а Амкар играет с нашим клубом. 78 очков у нашей команды ЦСКА. Так что вот, мы видим то, что мы видим. Оренбург имеет 18 очков и теряет все шансы на попадание в топ-10. И даже в топ-12, поскольку там в этой версии FIFA FNL здесь нет. FNL нет. Посмотрим на наш состав. А в составе у нас будут претерпевать следующие изменения. Вот один недоступный игрок. Поставим на Троуре. Да. Итак. Матч с Амкаром вы увидите в нашей следующей серии, в нашем следующем стриме. До встречи в воскресенье. С вами был Эли Супердизет. Я напоминаю, что впереди вас ждет очень много стримов по FIFA. У нас будут заключительные матчи, но сначала мы посмотрим в заключении наш календарь. Что нас с вами ожидает? А нас с вами ожидает... Осталось еще ровно 4 матча. Этот матч с Амкаром. Матч Кубка России. Матч Кубка России с Рубином. Матч РФПЛ с Териком последнего тура чемпионата России по футболу. И матч Манчестер Юнайтед с ЦСКА. Но вы увидите это вечером в нашем последнем стриме где... Сначала мы должны поделить этот два стрима на две части. В первой части нашего стрима мы сыграем матч. В 145-м стриме мы... В 146-м стриме мы сыграем два матча. 29-й тур, предпоследний и финальный матч Кубка России с Рубином. А во втором... в 146-м стриме мы... Подождите, стоп. Чё, не понял. Что-то я не понимаю. А, вот. В 145-м, 146-м стриме мы сыграем два матча Амкар и Рубин. А в 147-м стриме мы сыграем матч последнего тура РФПЛ с Териком. И... Последний матч европейского сезона с Манчестер Юнайтед на нейтральном поле. 3 июня это будет проходить. И в конце, и в 148-м стриме мы поговорим о том, продолжать ли карьеру или начинать заново за другую команду. Или оставлять тот же самый ЦСКА, который бьется вовсю в РФПЛ. Бьется за места в Лиге Чемпионов и Лиге Европы вовсю в РФПЛ. Ну что же, с вами был сегодня Ле Супер Дизет. Я прощаюсь с вами. До воскресенья. До этого воскресенья, поскольку в пятницу и субботу, в эту пятницу и в завтрашнюю субботу, я участвую в киберспортивном чемпионате. Всем пока. Спасибо всем. Пока.